Вот камни кипячу. Скажете, что я сошел с ума? Просто в Советском Союзе было очень мало зоомагазинов. Шарик, Барсик и Тортилла. Чтобы понять, что ты человек, заведи животных, даже рыбку, даже хомячка. Как в СССР менялась мода на домашних питомцев? Особый мир был этот птичий рынок. Там можно было даже удава купить. Какой способ выпросить у родителей мохнатого друга был самым верным? Вообще такое. Уж папа обещал, что как бы он нас этой собакой просто выставит из дома. Питомцы нашего детства. СССР. Знак качества. С Иваном Охлобыстиным. В субботу в 13:15.